Всем привет, ребятки, вы на канале Никита ТВГМС, мы продолжаем проходить машину есть машину третью часть. Как вы видите, нам осталось буквально 3 уровня пройти до босса. Ну, как видите, у нас появились еще немножко рубинчики, поэтому давайте прокачаем наш архивер. Так, что мы тут можем купить? Что, скорость, бомбы, я даже сейчас не знаю, бомбочки. Мне бомбочек, в принципе, хватает устройства, может регенератор купить. Электромагнитоимпульс. Давайте, наверное, купим регенератор, чем скорость и ускорение. Все, покупаем регенератор. А, электромагнитный импульс, вернее, ребятки. Ух ты, какая у нас фишечка появилась. Она будет уменьшать врагов до маленьких размеров. Ну давайте посмотрим. Нам будет легче с ними играть или нет. Ну что, поехали. Попробуем чисто пройти этот уровень. Хотя уровень, как вы знаете, очень сложный. Есть. Ну, красиво гражданского хлопнули. Давай, иди сюда. Где кто здесь? Где Габеровцы? Вот они. Я их уже вижу. На, бомбочки, ребятки. Ждем следующую атаку. Танк! Все, ну, со всех сторон, ребят, на меня напали. Смотрите, я горю. Раз я горю, то, соответственно, я не могу ничего сделать. Вернее, жизнь отнимается. Полетели, перепрыгнули эту ямку. Не нужны жизни. Где жизни? Танчик останет меня. Мне надо жизни. Просто немножко жизни. Вот они, фу. Жизни взял. Кто не подпаливает все время? Давайте поверху пройдемся. Нет! Да, ё-моё. Остановились немножко. Сейчас попробуем пройти остальные полуровни. Нам еще, если честно, ехать и ехать очень долго. Говорю еще раз о жетонах. Даже не думаю, что их собрать. Вот видите, этот станет меня, он меня врезает с этим электрошоком и все. Еще и подпаливают. Да, уровень, конечно. А что будет с боссом? Как его босса проходить, ребята? Вот тут где на батарейке проехался. Ребята, ребята. Идем поверху, все. Залезли наверх. Блин, там были снизу жизни, конечно. Фу. Чуть-чуть бы меня не... Конечно. Давай, давай, выкручивайся, ребятка, выкручивайся. Где жизни? Где жизни? Ребят, мне нужны жизни срочно. Пожалуйста, дайте мне жизни. Перепрыгивай их, да и все. Ух ты, они меня в полете просто размазали. Вот это да. Давайте перейдем в гараж, может, что-то можем купить здесь? 10 тысяч у нас есть, ребята, уже. Давайте скорость. Нет. Турбо. Или скорость все-таки. Давайте, наверное, скорость купим. Что, пробуем опять его пройти? Ну что, поехали. Теперь у нас скоростной архивер. Ух ты, как он едет быстро, ребята, прикольно. Даже никакие турбо не надо включать. Просто несется. Неплохо, неплохо. Опа, поверх, пойдем поверху. Вот это скорости, ребята, вот это скорости. Смотрите, вон. Ну тут, конечно, это вот сеча. Каждый раз в этом месте они меня замораживают. Но ехать он стал намного быстрее, прикольно. Давайте. Дальше посмотрим. Как это отразится на игре. Ой, на ФБР, на этом проехался я. Встань ты от меня. Фу, жизни собрали. Скушаем гражданского. Идем дальше. Поверху. Есть, поверху прошлись. Еще дальше проезжаем. Вижу БТР.
Гражданский БТР. Жизнь. Но игра стала намного быстрее проходить, ребята, намного быстрее. Скорость-то, конечно, круто. С ней намного легче стало играть. Но хотя бы уезжает всех этих негодяев. И догоняет, смотрите, гражданских хоть догоняет. Тоже никак не может догнать. О нет, все. Фу, я вышел из этого капкана. Ребята, идем дальше. Пока мы ни разу не пропали, это уже радует. Фу, забыла визу, ай. Вот это вы видели, сальто сделал. Фу, съел гражданского. Вертолет меня всю жизнь отнимает. Нет, меня размазали. Ребята, нет, останавливаемся над ямкой прямо. Ё-моё! Я так понимаю, сегодня у нас будет ролик не о том, как дойти до босса, а о том, как просто пройти этот уровень. Который пройти, как оказывается, не так-то просто. Если честно, было вообще перед самым финишем восстановиться над этими колючками. Согласитесь, что так нечестно, специально подставили меня. Есть, сбили ФБР-овцев. Идем дальше, ну сейчас начнется, это тут вот со всех сторон атакуют. Что заморозили, ну естественно, я же говорю. Они каждый раз заморозят в этом месте. Перелетели эту ямочку. Идем дальше, гражданский, ку-ку. Гражданский есть, хлопнули его. Хлопнули гражданского, встань от меня. Еще один гражданский. Идем дальше. Поверху. Собрали, что мы там собрали, непонятно. БТР. Фу, его гранатами. Но то, что гранатки появляются, это хорошо, ребята, понимаю. Еще одного гражданского будем догнать. Да как надо прокачиваться срочно еще раз. Потому что не так-то просто. Ну, как бы все равно медленно догоняет немножко. Фу, сеча, ребята, начинается. Сеча. Они просто за мной лезут все. Хотят меня догнать. Ай, надо было пользоваться. Так, ну что я в этот сверх лезу все время? Не знаю, почему поверху. Да там снизу жизни. Ребята, 3 звезды. Нету жизни. Ай, нету жизни. Зато хоть восстановимся нормально, надеюсь. Ребята, опять восстановимся. Плоховато. Фу, перелетели эту ямку злосчастную. Все, прошли, отлично. Ну что, ребятки, мы прошли этот сложнейший уровень. На этом, наверное, буду заканчивать, потому что видео получилось так очень длинным. Уже в следующий раз мы полностью прокачаем наш архивер и пройдем оставшиеся 2 уровня и будем сражаться с боссом. На этом все. До скорого, на Никита ТВ Геймс. Пока.